Ивановские хоккеисты смогут тренироваться в межсезонье. У юных воспитанников спортшколы номер 3 появилась возможность проводить тренировки на крытой площадке. Помощь оказала городская администрация. Хоккей – это ледовая подготовка. Все это зависит от погодных условий. В городе Иванове, к сожалению, искусственный лед или крытый, как бы, ледовая площадка находится только здесь. Сегодня ребята провели свою первую тренировку. На ледовой площадке они смогут заниматься до декабря. Вначале планировалось, что тренироваться будут раз в неделю. Но при содействии Департамента спорта и туризма занятия будут проходить в 3 раза чаще. Департамент же спорта и туризма, в свою очередь, будет субсидировать услуги спортивных сооружений для занятия вот именно в межсезонье, в подготовительный период. Руководители региона решили обратить особое внимание на этот вид спорта. В регионе появится ряд новых спортивных площадок. Областная федерация хоккея надеется вырастить сильную сборную. Мы, так сказать, перестали быть сиротами и в этом вопросе и какими-то донорами Ярославской земли. Я думаю, со временем мы будем переживать за своих воспитанников, которые будут входить в состав сборной России. Сами спортсмены появившейся возможности очень рады. Говорят, совершенствоваться нужно постоянно, а в спорте мало тренировок не бывает. Анастасия Николаева, Олег Милехин, РТВ Иваново.